Йоу, всем привет, с вами Алекс, и сегодня видео будет посвящено спорному оружию, про которое частенько говорят, и это освал. Сегодня будем разбирать освал по всем категориям, действительно ли он имба, или же все-таки не дотягивает до этого звания. Ну и конечно, начнем с того, что взглянем на его характеристики. Характеристики таковы. Урон 81, на одну единицу больше, чем у АК-103. Дальность 15, опять же на одну единицу больше, чем у АК-103. Сравнивать буду именно с АК-103, потому что за варбаксы раньше как бы все ходили с АК-103, но когда появился освал, то популярность АК-103 резко упала. Так, темп стрельбы опять же выше, чем у АК-103, на 30 единиц. 630 у асфал. Точность в прицеле одинаковая, 31. Точность от бедра у асфала 20, а у АК-103 18. И емкость магазина, конечно, у асфала 20 всего, а у АК-103 30. Как вы видите, асфал практически по всем категориям превосходит АК-103, кроме обоймы в 20 патронов, у которого у АК-103 на 10 больше, и но это не такая беда, потому что сейчас есть две вещи, которые могут решить эту проблему. Первое — это бронежилет штурмовика боевой, потому что он повышает скорость перезарядки. Это вообще имбовые бронежилеты, которые тоже покупаются за варбаксы, и не надо их открывать. Так, и коронные перчатки, либо же за кредиты, или вы можете открыть перчатки штурмовика, и, в общем, выбора много. Либо за короны купить перчатки, за кредиты, или же открыть за штурмовика перчатки. Поэтому 20 патронов, это вообще не проблема, и с перчатками будет просто запросто перезарядить оружие. Теперь взглянем на полигоне. На него ставится только цевьё и прицел. У меня не все открыто, извиняйте, но суть как бы понятна. Из цевья, конечно, рукоятку сошки поставить, ну или же рукоятку штурмовую. Ну из прицелов я советую труглого, ну или же какой-нибудь двухкратный. Так. Также в асфале встроенный глушитель, что тоже как бы очень большой плюс, что делает вас незаметными на карте. Но если бы у свала не был встроен глушитель, это было бы очень странно. Так, от бедра он стреляет примерно вот так. Не скажу, что отдача прям огромная, но контролировать ее очень легко, как ни странно. Если брать АК-103, то контроль отдачи от бедра у АК-103 более труднее, но у освала довольно все легко. Отдача идет как бы вверх, и вы просто мышку вниз делаете, держите, и без проблем как бы от бедра стреляете. В прицеле примерно та же ситуация, только прицел уходит левее и также вверх. Но тоже довольно легко это контролировать все. Конечно, есть макрос на освал, как и на АК-103. Но я не любитель макросов и вообще не признаю их, потому что неинтересно играть с макросами. Одно дело, ты сам погашаешь отдачу и знаешь, что это ты играешь честно по скиллу и всяких там вспомогательных программ. Но когда с макросом вы просто бегаете, зажали и стреляете. И не надо погашать отдачу. Просто бегай, наводи прицел, стреляй по противнику. Пока что освал претендует на место имбы за варбаксы. И лучшая штурмовая винтовка за варбаксы, естественно. Но мы еще взглянем ее в бою. Так, давайте почитаем вообще, что написано в Warface про это оружие.
Асвал. Автомат специальный. Советский автомат со встроенным глушителем. Разработан CNII Touchmash во второй половине 80-х годов. Эффективная дальность стрельбы составляет около 300 метров. Так как это оружие использует тяжелые дозвуковые боеприпасы 9×39 мм СП-6 бронебойные и СП-5 снайперский. Вот такие дела. Почему как бы урон высокий? То потому что он использует снайперские патроны и бронебойные. Как бы объясняет его такой урон. Также давайте сравним его одним из донатов. Например, Type, потому что я как-то смотрел и не скажу, что Type прям такая имба, и он, по-моему, даже как бы не лучше, чем Асвал, кроме патронов. Единственное превосходство Type — это в темпе стрельбы на 10 единиц больше. Урон даже у него меньше, поэтому Асвал может даже перестрелять Type. Ну, это зависит от скилла. Ну или сравнить его с АЦР. Так, сейчас его найду. Вот АЦР. Сравним. У АЦР урон на 4 меньше, но темп стрельбы на 700. Ну, 700 у него, а больше на 70. И емкость магазина опять же тоже на 10 больше. Ну не знаю как АЦР. По мне АЦР не такая имба, и вообще не очень нравится мне это оружие. Тайп больше нравится. Асвал действительно, по моему мнению, имба. И минус его в том, что его не надо открывать. Вы просто можете купить его на дни за варбаксы. Стоит он на 7 дней. Так. На 7 дней 10 тысяч, всего лишь 485. На 1 день 5220. И на 30 дней 25200. В общем, на 7 дней можно без проблем купить, надирать зады на ПВП. Но опять же, без скилла не обойтись, потому что сейчас на ПВП достаточно трудно противостоять кому-либо. Но если у вас есть скилл, то и вы знаете, как играть со свалом, то проблем не составит, особенно если вы макрос. Вот такие дела. Конечно, минус в этом, что он покупается, его не надо открывать, сразу можете купить, потому что кто-то начинает качаться заново, и либо новый игрок какой-нибудь, и он может поиграть несколько раз в профи и купить на 7 дней эту оружие. Давайте взглянем его в бою, посмотрим, как покажет себя там. В бою Асвал показал себя очень достойно. Легкий контроль отдачи позволил без проблем убивать врага. А проблема в 20 патронов легко решилась с покупкой перчатков за короны и бронежилета за варбаксы, что позволило перезаряжать вал за пару секунд. Перестрелять можно без особых проблем тот же АЦР или Type. Но опять же, тут решает скилл. Скорострельность у Асвала то, что надо. И не маленькая, и не слишком высокая. Можно перестреливать пистолеты и пулеметы. В этом бою я без проблем сыграл в плюс. И действительно можно сказать, что Асвал имба за варбакса без всяких вопросов. И это как-то радует. Наконец-то хоть какое-то оружие можно купить за варбаксы, которое может противостоять донату. К окончанию видео хочу сказать вам, если кто-то не пробовал это оружие, то обязательно купите. Хотя бы на день, и вы потом еще и нашивку набьете с него. А с вами был Алекс. Если вы хотите еще подобных видео, то ставьте лайки, потому что именно они мотивируют на новые видеоролики. Подписывайтесь на канал, на паблик, пишите свое мнение по поводу этого оружия. Всем пока и играйте честно.